Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале разборов, обзоров телепередач, который имеет название «Телеклуб Оксаны Гетман». Сегодня мы поговорим о финальном пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж». А вы мне напишите в комментариях, какая девочка-участница вам нравилась больше всего, за кого вы болели и кто, по вашему мнению, больше подходит Мише. Как мы уже знаем, Миша выбрал Аню, но не все у них прекрасно закончилось. После проекта Миша остался с Юлей Зайкой. Вот такие вот пироги. И я, как всегда, прошу вас, напишите мне, какая участница «Холостяка» вам понравилась больше всего, за кого вы болели и кто, по вашему мнению, больше подходит Мише. А вы на канале Оксана Гетман Телеклуб. Мы разоблачаем и разбираем телепередачи.